Всем привет, с вами Лоуфер, Чизис и Карим. Привет-привет. И мы играем в Saints Row, пока я уезжаю от полиции, я заодно заеду за этим... Каримом. Ага. Давай я какую-то говную машину взял, ну ладно. Какая машина такой? Вот я. Господи. Быстро! Давай быстрей. Да сел я уже, давай поехали. Да! Супер, ты сел. А сколько поедем, я тебя спрашиваю? Да, бесплатно давай. Не, бесплатно мало. Давай за 300 рублей. О, давай. Давай за 300 рублей. Давай, завтра давай, ты мне в школу 300 рублей приносишь, понял? Что? Что слышал, ты сам сказал? Это зафиксировано сейчас на видео, понял? Ехай мне под машину подмел. У меня опять игра тормозит. В смысле? Почему я встал? Ладно. Да господи. Ран-дан-дан! Это было... Я думал, там как подъем, я смогу перелететь реку, но это было не круто. Так как ж ты видишь? Кто тебя водить учил? Права понакупал, да? Да, блондинка с рулем. Ага. Уи! Вот когда у тебя муж будет, да? Он тебя знаешь, как будет наказывать? Что? Что слышал? Рон-дон-дон, рон-дон-дон, Карим. Genius. Genius. У меня голова застряла в текстурах. Ты вообще, блин, бесполезный здесь. А, ладно, полезный. Иди сюда, иди ко мне. Подними меня. Ага. Тут ты говоришь, что я бесполезный. Не-не-не, полезный, полезный. Очень полезный. Всё. Вообще-то никому здесь не нужен. А, теперь... Да ты сволочь! Забери меня. Забери меня? А. Дай мне свежесть. Давай, я тебя жду. Дезодорант весь страть. На меня! Я тут лежу подниму, с парнем чё каким-то. Чё ты всегда плачешь? Ты всегда с парнем лежишь, чё ты? Лаз подниму, нет, не подниму. Сучка, господи, Саша, я тебя ненавижу. А я тебя люблю. Давай, вот это моя любимая машина, она самая быстрая, самая офигенная. Вон там идут девушки. Девушки красавицы или не красавицы? Ой, да чё я на эту фигню села? Рон-дон-дон. Да блин, да ты издеваешься! Рон-дон-дон. Давай. Сердечко. А, я знаю, что это такое. Ты должен... Вау, ты должен ублажать мужику. Ой, блин. Так, стоп, где я? Ублажай мужику. А, вот, сейчас мы... Блин, как же тебе повезло, ты козел. А, она все равно страшная. Карим проститутка. Ты хочешь сказать, что это неправда? Ух ты. Господи. Ты ладно тебе не привыкать. Слушай, хватит, а? Ты же часто... Ну, впрочем, как тебе тоже. В смысле, я не ублажаю мужчин, Карим? Да-да-да, конечно. Кутыш. Убейте мишень, убейте мишень. Как, муж, это она захотела или... Так, это ты должен убить. А, мне таранить что ли надо ее? О, привет! Ой, дедушка. Это не дедушка, это девушка, по-моему, страшная девушка. Ну. Отвезите клиенту на пару часов в мотель. У-ля-ля! Карим! Слушай, все, помолчи. Похоже, что завтра школа. О, блин, это что? Репортеры. Похоже, что завтра школа, ты опоздаешь. Слушай, задолбала, все, хватит. Все, прости. Я с тобой не согласился играть не для того, чтобы ты меня оскорблял. Согласись. А, было прикольно. Ты сволочь. Ау, водила. Покупаешь прав. Купил права. Да блин, как же все водят, а? Блондинка. О, Ахмед из Черкизовского. Ну ладно. Девочка, все, вы свободны. Ну прошли, нет? Да не знаю. Ищу теперь, что ли? О, пошли еще. Надо дропнуть к ней. А, ты уже, то есть, ее это, полностью... И сейчас мы должны ее дропнуть и убить. Давай ее убьем, а? Да. А потому что это плохо. И стопудово она уже заразилась 100-500 болезней. От тебя. Сифилис, да? Эй! Ну и где она? Не знаю. Что это такое? Пошли ее мочить. И? Ты у меня вообще на месте стоишь? Я вообще затормозил и до сих пор в машине. Оу. 5 FPS. Красота! Эскорт пройдена. Да, эскорт. Ага.
Ну что ж, с вами был Лоуфер, Чейзис и Каримка, Дон Жуан наш. Соблазнитель девушек с ирокезом. Пока-пока. Если вам понравилось это видео, оцените его. Подпишитесь на канал, если хотите, отпишите комментарий. Всем пока.